Всем привет, друзья! С вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить второй резидент. Компанию за Леона Кеннеди, альтернативную сюжетную линию. Вот. В прошлом эпизоде мы закончили, взяли шестеренку на... На пленку нам места не хватило. Попробуем вернуться за ней. Посмотреть, что на этой пленке. Так, травку мы тоже возьмем. Как раз и место. Одно место для пленки останется. И отправимся в часовню. За последнюю шахматной фигурой. Взять пленку. Все как раз часовня находится в той же стороне, что и комната для проявки фотографии. Конечно, если бы за пленкой мы не возвращались, то можно было и сократить путь, подняться по лестнице. Ну а так, пользуясь моментом, еще скинем травку. Можно было смешать бы. Ладно, потом. Если что, потом. Ну и после часовни мы покинем полицейский участок уже, по-моему, окончательно. Будем держать путь к лаборатории. Пленка Б. Фронтальная фотография портного Рукаса. Превратился в зомби в течение 2 часов. Это произошло до момента, когда он утратил контроль над собой. Субъект неоднократно жаловался на серьезное воспаление эпидермиса, кроме того, на чувство тошноты. Фотография Р. Ламберта. Ну все. Двигаемся в часовню. Раз уж мы здесь, то пройдем через библиотеку.
принципе, тут бежать недалеко. Так, зомбари прорвались через наши жалюзи. Вроде как. А, это, по-моему, ту комнату показали, в которой мы не ставили жалюзи. Да, да, вроде бы. Ну, собственно, часовня. Используем рукоятку. Все, рукоятку выкинули, она больше не нужна. Запускаем механизм. Берем коня. Ну и тут можно сократить путь. Собственно, показали нам Уильяма Биркина, первый эпизод с ним. Бен, ты меня еще слышишь? Ну давай же, отвечай. Черт, я не могу поверить в это. Я почти все понял. Бен. Горькая ирония. Шеф полиции закоксовал и выбросил ее. Достань этого ублюдка. Заставь его заплатить. Держись там, Бен. Ай. Моя шея. Она горит. Что случилось? Боже, что это было? Письмо шефу. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. Наша лаборатория в особняке была уничтожена предателем Альбертом Вескером. К счастью, его действия не оказали существенного влияния на ход исследований. Единственной угрозой нам остаются оставшиеся сотрудники отдела Старс. Редфилд, Валентайн, Бёртон, Чемберс и Уикерс. Если выяснится, что у них есть против нас какие-либо улики, немедленно избавьтесь от них. Но только так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Продолжайте следить за ходом их расследований и постарайтесь избежать любой огласки. Анна все так же будет вашим связным в ходе всего этого дела. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. В качестве оплаты ваших услуг за прошедший период я перевел на ваш счет 10 тысяч долларов, как мы и договаривались. Разработка вируса G почти окончена. Когда вся работа будет сделана, я уверен, что меня примут в совет директоров корпорации Umbrella. Нам необходимо действовать крайне осторожно. Редфилд и остальные члены Старс все еще пытаются добыть информацию о проекте. Продолжайте следить за ними и блокируйте все их попытки проникнуть в подземный исследовательский комплекс. Уильям Биркин. Брайану Айронсу, шефу полиции Ракун-Сити. У нас проблема.
Мне стало известно, что директорат корпорации направил в Raccoon City шпионов, чтобы выкрасть результаты моих исследований вируса G. Мне неизвестно, сколько всего этих шпионов. Однако я не могу позволить, чтобы у меня так просто украли работу. Тщательно обыщите весь город и задержите всех подозрительных людей под любым подходящим предлогами. Сообщайте Аннет о каждом таком задержанном. Надеюсь, эта мера предосторожности поможет мне. Я никому не позволю украсть мои исследования по вирусу G. Никому, даже самой корпорации Umbrella. Уильям Биркин. Куда ты идешь, Эйда? На химическом заводе. Мне кажется, что я найду там Джона. Эйда, подожди! Эй! Ты меня слышишь, Клэр? У нас теперь есть доступ к задней парковке. Поняла. Я убираюсь отсюда и иду к сточной трубе. Ты можешь меня там встретить? Я уже еду. Итак, нам нужно выбраться к сточной трубе. Да. Чувака разорвало, как в фильмах «Чужие», блин. Так, у него вроде ничего нету, да? Нет, нелепая смерть только. Так, а у него в этом... Что-то забегал я кругами. Так, подвинься. Так, возьмем сейчас Магнум. Нам предстоит встреча. С чудовищем. Так, пистолет тогда, значит, пока выложим. Так, да что ты будешь делать-то? Так, возьмем. Так, думаю, одной, наверное, достаточно будет аптечки. Сразу возьмем тогда все фигуры. Вот так вот. Думаю, будет вполне достаточно всего. Ну что? Готовимся к встрече. Так, прицепилась тварь. Куда ты вверх-то стреляешь? Отвалите. Выйдем, они должны исчезнуть. И заодно возьмем пистолет обратно.
Примем аптечку. И пистолет. Все, можно возвращаться. Ну да, эти штуковины пропали. Ставим фигуры. Да что ты будешь делать-то, ё-моё. Джойстик что-то у меня... Отлично. Эй, да. Что это все было? Убегать оттуда было глупо и бессмысленно. Эти зомби везде. Людей почти не осталось. Я была там, Леон, я знаю. Живых. Эйда, я офицер, и моя работа заключается в том, чтобы охранять тебя. Но мы не выберемся отсюда живыми, если не будем работать вместе. Хорошо? Хорошо, делай как знаешь. Отлично, договорились с Адой работать вместе. Ну и на этой ноте мы покидаем полицейский участок. Уже окончательно. Факс смотрителю канализации. Список пользователей подземной транспортной системы. Каждую первую и третью среду месяца система будет пользоваться глава отдела обслуживания Анжелика Маргарет, поскольку используемое ей оборудование может быть повреждено испарениями влаги. Вам будет необходимо осушать воздух. Повышенная осторожность. 6 и 16 числа каждого месяца система будет пользоваться шеф полиции Брайан Айретс, чтобы посещать обычные собрания в лаборатории. Каждую четвертую пятницу каждый нечетный месяц система будет пользоваться Уильям Биркин, чтобы проводить семинары для Чикагского отделения корпорации Umbrella. Ввиду риска покушения на жизнь доктора Биркина, от вас требуется предпринять повышенные меры безопасности. Вы будете оповещены обо всех других лицах, которым будет разрешен доступ к системе, и о возможных днях их посещений. Проводите указанных лиц к требуемым местам. Будьте вежливы и внимательны. Чарльз Колман, главный секретарь корпорации Umbrella. Так, выкладывать нам нечего. Берем патроны. Все, по-моему, вон дверь на склад. Угу. Здесь у нас темно. Зажечь лампы. Хорошо, что у нас есть зажигалка. Так, патрончики для магнума, отлично. Надо будет спрятать. Еще одна лампа. Для ружья. И все, вроде здесь больше ничего нету.
Ну что, я на этом заканчиваю эпизод. Всех благодарю за просмотр. С вами был Валерий Хаус. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также оставляем комментарии. Всем до новых встреч. Пока.